Всем здорово. 28 июля, наверное, сегодня. Утро на базе. Я сегодня, видите, как даже не в кустах, не на плотине с вами здороваюсь, а сразу конкретно на работе. Чем занимаюсь? Занимаюсь обслуживанием мазурика. Блять, грязище на подкрылках. Ну ладно, это не важно. Масло подлил немножко. Масло подлил, не знаю, думаю, фильтр, думаю, пока не буду трогать. Еще пока мало поездили. Еще, может, день-два поездим, тогда продуем фильтр. Он, тем более, у меня новый. Косят. Чудожечек прошел ночью, бля. И сегодня пасмурно. Так что, бля, не знаю, сможем мы сегодня до обеда начать. Вряд ли. С обеда, если начнем работать. Подлил водички, подлил маслице. Сейчас опустим кабину. Надо что-то делать дверью. Наверное, буду сейчас разбирать, смотреть замок. Возможно, чем сделаю. А возможно и нет. Вчера я сказал, что мне нужен новый замок. Ну, естественно, за моим замком никто не поедет от двери. В Рязань тем более. Ибо в магазинах по грузовой технике у нас тут поблизости нету. По тракторам, если еще есть в ближайших районах, то вот по грузовикам здесь нету. Какие еще новости? Три трактора готовятся уже дисковать под осенний сев, ибо у нас паров нету. 55 гектар всего лишь. А площади нужно, минимум 1500 где-то под осень сеять. Поэтому вот уже поле 120 гектар, которое мы вчера, ну 118, которое вчера мы с ячменем добили, уже готовится под дисковку. Под дисковку планируется три трактора, это 2-12-21, Димка с БДТ-й Серёгой своей, Мишкин трактор будет с дискатором, на нем будет студент Ромка, и будет Серега, который на ЛТЗ-155 работал, он будет на Олеговом 2022 с моим дискатором, со стареньким. Пока Мишка ходит, так ничего не делает, но Мишке, может быть, возможно, даже 150-й подгонят Костин. Но там пух, что цеплен Костин на 150-м, поэтому пока еще не знаю, как будут они справляться. Ну, хотя, в принципе, я думаю, стоило бы. Стоило бы. Середка от БДТ перебратая, готовая. Стоит. Старый Олегово БДТ-7. Ладно, решаем вопросы насущные здесь у нас с автомобилем. Заправить еще надо не забыть. Работаем, друзья, работаем. Друзья, подписывайтесь на канал Павла Багрянцева. Канал о том, как строить отношения с девушками, стильно одеваться, больше зарабатывать и стать уверенным в себе. Также на канале вы найдете много рекомендаций по саморазвитию и мотивации. Сам автор является предпринимателем и уже построил счастливую семью, поэтому ему есть чем с вами поделиться. На канале уже больше 160 тысяч подписчиков, подписывайтесь и вы, и будьте в курсе. Ссылка на подписку на экране в описании под видео. Знаете песню Любэ? Песня Любэ, знаешь? А орлята учатся летать. Орлята спросит, как родители. Вот, видишь, орлята. Да. Да. Подальше надо, грязь таскаешь. Выебут. Че, давай, анекдот, блядь, делать. Короче, изобрели японцы, блядь, часы нахуй. Вот если матом скажешь, они раз на минуту вперед спешат, нахуй. Ну, надо испытать, поехали в Америку, в баре их повесили. Ну, через сутки раз приезжают, раз на минуту убежали. Ну, поехали, говорят, в Германию раз повесили. Через сутки раз, блядь, на 5 минут. Ну, говорят, поехали в Россию. Повесили, приезжают на через сутки. На день, как не забыл. Приезжают, хоть нет часов, нахуй. Бармен спрашивает, где часы-то? Какие часы это? Да тут, говорит, висели. А, я думаю, нахуй нам этот вентилятор повесили, блядь. Не, он просто его рассказывал, поэтому не смешно. Не рассказывал, мне вчера Михалыч сказал. Да как же не рассказывал? Даже подписчики скажут, что ты его рассказывал уже. Нет. Да это стопудово, это анекдот. Анекдот. Вот я тебе про спирт рассказывал. Давай электрод кусок. Вот две пружины нашел для замка. Пойдем. Какие пружины? Вот они. Те вот типа такая была, да? А вот такая вот стоит на УАЗике на этом, выжимном, блядь, по-моему. Ну вот эта, которая поменьше, это я ее в том году стоял, а которая побольше, Николай Иванович ставил. Понятно.
пойдем. Они обе в двери были. Сатир же или что? Нет, сатир же там ничего не сделаешь. Там. Там нужно вот этот электродик на кусочек поднатянуть его. Туда и не пролезешь. Там либо замок снимать, а весь целиком его, я как помню, я его не снял, потому что там тяги. Я попроще сломесь. Я, короче, первобытные люди. Угу. Блять, разговаривать вообще не умеет. Один ба-ба-ба-ба-ба-ба. Второй бу-бу-бу-бу-бу. Третий бу-бу-бу-бу-бу. Четвертый ба-бу-бы. Так. Ну, а теперь где стоит? Здесь. А если его замок открыть и снять? Надо снять. А там тяги, херяги, блядь. Потом, знаешь, как поебешься. Сейчас попробуем. Нашел вот их двери. Выехал я с базы. Починил замок. Но он не работает. Он точнее закрывается, но и снаружи не открывается дверь. Изнутри открывается. Сейчас надо снять, посмотреть, может там тяга неправильно стоит. Ну, сейчас доедем. Меня просто поторопили. Александр Петрович просил набор привезти. Ключей. Но вообще замок нужно менять. Ибо усик там, который вешается пружинка, один из усиков. Он уже в плачевном состоянии и скоро обломится он при такой эксплуатации. Нужно брать замок новый. Ладно, сейчас доедем до Мелехова, Зорина, и там опять снимем обшивку, посмотрим. Даже продуть не смог в кабине, только заправился. А так хотелось, потому что у меня здесь уже повсюду ячмень. И его остатки растительные. А комбайны пошли вокруг Курской дуги, сейчас пойдут с другой стороны. Вот там Курская дуга, половина пшеницы, половина сурепицы. Ну, вот ребята дисковать начали. Вчерашнее поле. Сергей на 20-22. Столов много, конечно, не особо нас получает черный. Ну, под всех у нас больше вариантов нету. Ладно, едем. Дверь вроде сделал, блин, сейчас с ребятами. Ковырялись, пружину другую поставили. Нашел я еще у себя в бардачке пружину. Ну, сделали. Все равно замок по новой купить надо бы. Все, едем. Там что-то у Пашки случилось. Пашка там останется что-то на какое-то время. У Мельхуха ремонтироваться. Я ему набор свой отдал с трещотками. И они здесь, видите, поехали. Что-то на базу, что-то там сделать нужно. А я сейчас махану. Здесь у Серёдки вчера прокос сделал Мишка, я обгоню комбайны, чтобы за ними не ползти. Сейчас 28 нарисуем число. И вот все нормально будет. Можно ждать комбайна в подъезд. В общем, мы здесь с Костиком вдвоем стоим. Костик уже тут приехал давным-давно на поле. Все, отлично. Что хочу сейчас сделать, блин? Хочу руль немножко переставить. Тут гайка. Если открутить руль, снять можно будет или нет? Тут на шлицах, наверное, должна сидеть конструкция. Да, должна сняться, сейчас попробую. Чтобы испытать, нужно проехаться. Ну, так, в принципе.
принципе, ровно. Хотя по полю не особо так это поймешь, бля. Его болтает как масса. Так, а потом посмотрим. Так вот он ровно стоит. Надо лентяечку поправить и зеркало стянуть. С этим замком, сука, ничего еще не успел, бля. Ну-ка, по дороге попробуем. По дороге он боком стоит опять. Стоять. Поехали. Сколько же его можно переставлять? Ты еще что? Так. Вот так оставлю. Все, поим Костяну. Костян что-то кабину задрал, что там ковыряется. Ой, блядь. Ой, блядь, тут же грязь было, когда культивировали. Здесь кли. Пиздец, поле конченое, конченое поле, ой, ёпт. Так, приехали, ребята. Ага, вон два комбайна еще в задний, наверное, едут. Один я точно вижу, а задний, наверное, масс едет, Федя. Так, ребят, пошли на новую загонку. Эту часть оставили, она с полынью зеленая. Время 11 часов утра. Как и вчера, начинаем в это же время. Олег краем пошел, а ребята на новую загонку. Так, Игорек починил вроде все. Ну да, там один комбайн идет. Ладно, пойдем в зеркало сделаем, как я и планировал. Затянем. А Костян глушилку делал себе, оказывается. Приехали на загонку. Ребята уже начали разгружаться. Дядь Фей поехал. И Вовка на Зилу. Мы пока что ждем. С 130-й Зил, вот и Кости я намаз. Пашка приехал после ремонта. Александр Петрович дядя. А, прикол там возник. Все помнят, наверное, где-то в мае я культивировал последнее поле под себя, как раз Курскую дугу под рапсу репкой. И вот здесь на Александр поле я ездил с Олегом, тут сначала один, клочки тут закультивировали, заболоченные, чтобы подсев сделать. Вот подсев сделали, так он еще не подошел, у него и объезжает этот подсев, то есть он еще такой полузеленый. Но вот как вот подсевали через две недели после сева, так вот мы, наверное, убирать будем потом, когда уберем, когда-нибудь приедем, и эти клочки будем собирать по всему полю, блядь, как подсевали. Тоже не очень хорошо выходит. Беда. Ну вон, Олег Леонидович заморгал. Сейчас будет шнек выкидывать. Макларена, который является автором доклада о допинговых нарушениях в России. Подход службы.
дичь тут, бляха, муха. Тле такая вон после маза. Ужас. Я кушаю потихоньку, за время 10 минут. Первое. У меня здесь курочка есть, которую я окунаю в кетчуп. Есть хлебцы пшенично-ржаные, которые заменяют мне хлеб. Это есть хлеб? Ну, в легком его варианте. Мишка приехал. Сказал Вячеслав, чё, Миш? Чё сломалось-то? Мотовила? Мотовила боком поднимается, один новый цилиндр. Не хочет работать. Огурчик. Тут еще есть домашний помидорчик. Уже появился. Вот он, красавец. Немножко со шрамами, но вкусный. Сейчас должен горек набрать. Там в конце Пашка едет. Ну что, Александр Петрович? А как раз болот, который я культивировал, который он засеивал в мае, обкашивает. Ну, чтобы никто случайно его не молотнул. Все. Воздух стравливает? Да я хуй её знаю, но она хляб поднимай, ты Мишка. Давай. Славин сказал, старый тут. А старый у тебя что, тёк? Ну мы перебрали его. А-а-а. С вами поишь. Когда в обед-то будете, черти? Так, он не текет. Он не текет. Крутить его. Дождик закрапил, сука, тучи вот, капка, капка. А Лес на обед приехал. Давай поедим, поедим, и все нормально будет. Он не выдвигает его до конца. Он наполовину только. Полцилиндра работает, да? Он половинку. Я, может вот этот попробовать? А? Да? Сейчас верхнюю заглушку попробуем.
Давай попробуй. Давай, Миш, попробуй. Не-не-не. Успокойся, малый. Давай поедим, заебал. Да хорош ты нахуй. Давай. Не работает. Рано хулят, деньги гости. Они же опускают, блядь, начинают. Я понял. Конечно, ведь Серёха не может поесть. Приебался еще, пидораска ебаная. Я обедаю, понимаешь? Ты понимаешь? Я ем, нет. Ну чуть, конечно. У меня радостная новость. Нас не едет. Он просто буксует. Ай, блядь. Дождик брызнул чуть-чуть, и он уже все, встал.
Вот давай, давай, давай. Засыпай, блядь, хуй сеть. Я под крышей, жратва есть, туалетная бумага есть. Вау, я сутки протяну здесь. Засыпайте. Хуй сеть, что я тут клею уже проделал. Вон, комбайн домой поехали. А мы с... Костя там тоже буксует. Вы не один? Не, мы с Костем на пару. Сейчас покажу. О, смотрите. Сейчас я дворники вам включу. О! О! Ох! Видали? Где Костян-то? Че, выехал, что ли, блядь? А, не, сидит, сидит. Вон там, вон, зажатку видно. Давай, досыпайте мне. Во, да, 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 да. Ты мне поможешь охуительно. Да, сейчас шилом пойдет. На жопу мне насыпал. Вот это уборка. Вот это я понимаю, блядь. Экстрим. Пол машины ячменя. Нормальный намолок. Все. Сейчас будем пробовать. На первой пробовать будем. Ничего, там трактора недалеко, Паш. Трассов нет только, правда. Ну что, поедем. Первое. У-у-у, шилом идем, ёпть. Все, хорош. Все! Я больше мучить не буду его. Костян, постой, я не бесполезный, корова. Эй, Костик, добро пожаловать! Надо вот трактористом звонить. А что, трассов нет, тракторист? А у вас нету? Нет, а мы зачем, когда я застревал, что ли, в уборочную? А, один раз был, да, попёрся в болото за Сербином. Ходит, блядь, нога тонет, видишь? Я не ожидал, что такое будет. Он... Надо всё мучить. Ну чё, кому звонить-то? Серёг? А, блядь, тросов не ходит, будет? Так, Серёг приехал. Трос привезли. Прошло минут, наверное, 20. Игорек сыпется. Костян каким чудом сам доехал оттуда. Он, наверное, не так груженный, как я сильно, бля. О, а у меня есть больше половины.
ребята, на асфальт выехал. Такое счастье. А то там туча грозовая приближалась. Но он успел. Едем, везем. Ну, теперь подмокло немножко зерно. Лечу куда-то я в дождь. Свалил я ячмень, блядь. Ребят переехали на пшеницу. А это здесь, где-то чудная плотина наша вторая. Где тут таскали мы по весне в мае КамАЗы. Здоровенный болот у нас. Ну, вот здесь она сейчас увидит поле. А тут ливень фигарит. Куда приехал? Зачем приехал? Непонятно. Дворики только успевают отмахать. Ну все на сегодня. На сегодня все, друзья. Уборка закончена. Еду я сейчас забрать комбайнеров. Я думаю, они и так все рассядутся. Так что... В принципе, вот это поле они заехали. Только с той стороны. От Курской дуги, с угла. Сейчас доеду, доеду. Ну да, как предполагалось, комбайны наши уже здесь, как и наши машины. Пойду выйду. Дождь вроде закончился. Газета, не Настя в колхозе. Ах, обед. Приятного аппетита. Обед? Да, обед давно был, это уже полдник, Олег. Ну, нормально. Да? Очень сладенько. Я на диете вообще. Ну да, я на диете. Да ладно, я встречу, потом все. Утром можно. Ну вы что, попробовали пшеничку? Ну так доехали до нее. Да? Да я до баз доехал, смотрю, влупил. Думаю, что я поеду? Ну ладно, поеду, может, кого-нибудь заберу. Мы хотели попробовать. Ехал, поехал. На Курской духе хотели? Да. Здесь, говорит, на пятаке, здесь не было никакой пыль. Саня, хуй с ним, поедем туда. Там, правда, пыль идет. Только подъехали, как пригорят, нахуй. Все обратно, блядь. На что, кого ждем? Этих тартаристов? Угу, а кого будет? И просто так ждем. Тартаристов, может, идет дисковка-то. Нихуя эти. Больше? Да не. Вообще давай, налей. А сахара? Сахара. Налей. Буль. Все, рвем когти мы. Время почти 4 вечера. Почти 4. Попытались, то и это. Ну да, хотели пшеницу, но нет, не вышло. Дождь есть сегодня, стоит, значит он стоит сегодня дождь. Одна тучка за другой подходит, вот сейчас очередная туча. Главное, не будет пшеница. Ладно. Будет день, будет праздник на нашей улице. Да-да. Но не сегодня. Только что ливень лил, а уже солнышко светит. Ну, хорош пролил еще, добавил. Шикарный. Громыхнуло, кстати, молния так у нас около базы, что за моим Горынычем, где он стоит, там же линия проходит, электропередач. В столб молния попала. И в один из изоляторов аж. Изолятор аж повис. Хлопнул хорошо. Ну, завтра. Завтра, наверное, уже все. Завтра мы, наверное, куда-нибудь поедем. Так что, друзья, не знаю, чем будем заниматься. Оставайтесь с каналом, увидите, узнаете. На этом все. Пока.